Уже завтра прекрасный мужской праздник, 23 февраля. И наверняка многие женщины уже купили своим мужчинам подарки. Но все же интересно узнать у самих мужчин, что же они хотят получить на 23 февраля. Я хотел бы получить на самом деле колоду карт себе. То есть я считаю, что это довольно необычный подарок. Как тот же, например, носки или шампунь. Кроме носков, все остальное можно получать. А почему носки не хотели бы? Надоели они уже. Целая коробка уже. Что-нибудь простое, там, туалетную воду. Хотя бы. Мамину любовь. Не знаю. Вкусняшку. Какую? Вкусную. Ну, например, вкусняшку вкусную. А как, в какой форме отвечать? Любой. В любой? Тогда носки. Путевка на Мальдивы. О, как смело. А почему именно туда? Там тепло. Мне бы, знаете, фотоаппарат, аккумулятор хороший. Весь плохой. Но никто об этом не знает, поэтому подарка не будет. Да ничего. В принципе, я не служил, поэтому не считаю, что это мой праздник. Не знаю, не хочу ничего ждать такого, чтобы не огорчать себя. Поэтому не загадываю. Крем для бритья, что-нибудь такое.